А есть просто такой вот бандитский общак, когда приходят к олигархам, говорят, с тебя вот там 50 миллионов долларов на государевы задачи. И олигарх, значит, утирая слезы и сопли, лезет в мошну и достает оттуда 50 миллионов долларов. Потому что куда ему деться? Эти 50 миллионов от одного олигарха, 60 или 40 от другого, скапливаются и формируют вот этот вот альтернативный бюджет, который тратится на незаконные мафиозные цели. И из этих денег платили, конечно, и господину Пригожину.